нормально все, да? Вот. Я снял свитерок. Не то чтобы мне стало жарко, просто вот эта рубашка, это не рубашка, это на самом деле настроечная таблица. Юра, который снимает меня, ну не только меня, ну вот в этом зале делает видеосъемку. У него свой канал на Ютубе. На нем архив, называется «Архив авторской песни». Вот. На нем можно найти записи всех моих концертов, и кроме моих еще много других, и Николая Анисимова, и Морозова Игоря, и много-много еще чего интересного, так что я вам рекомендую. Вот. А для аппаратуры нужна вот рубашка в полосочку, она настраивает резкость, поэтому я в первом отделении прокололся, он говорит, ты с фоном сливаешься, непонятно, что снимали. Позови меня за собой, поделись своей судьбой. Чистый небосвод голубой прочеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, чтоб летать, в небо самолет поднимать. Для меня любимое дело это, и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь. Ломанный дурацкий режим и ночей бессонных усталость, но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось, это и не однажды, и не дважды было. И сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет и оставить в небе свой след, незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Я сегодня,
когда корректировал свой плейлист, комменты, и увидел как раз, ну, я же не поздравил своего инструктора. Я набрал сразу его, Владимира Васильевича Мозгового. Вот, поздравил его, мы друг друга поздравили с днем авиации. Андрей, я очень рад тебя видеть. Вот я маленько прерываюсь, пришел один из главных организаторов аншлага сегодняшнего. Он прилетел из Майами и прямо вот с аэропорта сюда приехал. Вот это вот на самом деле очень приятно, это очень это мне льстит. Вообще у меня классные друзья. Вот. И Владимир Васильевич Мозговой тоже мой хороший очень друг. Мы с ним познакомились в Бугуруслане, когда я был его курсантом на самолете Як-40. И, в общем, эту песню в шутку я про него написал. Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремни, напялил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой-то хмурый, дает добро. Я без лишних слов рулю, и вот мой самолет на старте. К полету я морально не готов, ну да ладно, бог с ним, контроль покажет. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно-плавно на себя я беру штурвал, ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то вбок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Да кто же мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я, вот теперь и сам не рад, но его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый. А инструктор мой охрип и больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь из кабины выхожу. Прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу. Пускай тебя послушает другой. Кто-то считает, все это химеры и вздор, и не променяет разбег на покой и простор. И живи будет хлебом единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело, летать. Красивое небо, красивое дело, летать. Скользить, как по снегу, легко километры листать. И чиркнуть небрежно по облачной вате крылом, паря безмятежно в просторе небес голубом. Thank you.
небо, красивое дело летать, нестись к горизонту и вдали вот отодвигать. Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей, пугая порою своей красотой грозовой. Красивое небо, красивое дело летать, и все начиналось когда-то со слова мечта. Красивое небо, когда-то давно выбрал ты, чтоб всю свою жизнь любоваться землей с высоты. И ты от земли оттолкнувшись взлетел выше птиц, в пространство, где нету пределов и нету границ. Вселенной поможет себя осознать. Красивое небо, красивое дело минувшим.
душу в ней забытую печаль. Зачем-то мне опять подарит память и унесет опять куда-то вдаль. И пережить все заново заставит увидеть вас, и может быть смешно. Я не любил так ни одну из женщин, я к вам спешил, все было так давно. Мне было 10, вам немного меньше. Следующая песня называется «Про самолеты». Thank you.
как это, как раньше говорили, разрешите ваши аплодисменты считать соединогласными. Чуть-чуть такое запах. Когда голосовали-то, да? За полное одобрение. Во-во-во, правильно, спасибо.